Здравия всем! Мы проезжаем Фюрин и под дождик. Сколько мы проезжали, друзья, местечков, которые просто горы, лес и один дом. И этот дом очень ухоженный. У него вазы, какие-то хозяйственные строения небольшие. Ну, в общем, вообще, прям в горе, на камне. И, как Марка говорит, затерянный в горах домик. Вот еще один подъемник. Вот стоянка для автомобилей, которые едут в горы на подъемнике прогуливаться. Здесь, кстати, это очень развито, такой туризм. Либо это на монтебайке, на велосипеде горном, либо это на ракетах, которые по снегу гуляют, либо это лыжи, санки. Видите, как вот подстригли чуть-чуть. И следующим заходом еще другое будет стричь. Но все это в погоду делается, конечно, не дождливую. Если обещают вот такой вот неделю снег заряжают, они, естественно, занимаются, я имею в виду люди, которые держат хозяйство, они занимаются каким-то другим по хозяйству. Ну, есть чем заняться, когда свой дом, свое хозяйство. Что-то почистить, что-то подлатать, что-то построить. Дождь не мешает. Смотрите, сколько ромашек. Все поле ромашковое. Хотель. И медведи. Везде и всюду. Нарисованные или из дерева выпиленные, или из камня. Море ква, стану манджанду ква, стану манджанду ква. Ну, танту. Кладбище проезжаем, друзья. Ну, ромашка, смотрите, везде и всюду. Не, уже снимать нельзя, потому что очень много воды. Альпен роза – это альпийская роза. Она, конечно, на розу не похожа, но все равно. Ну, вот такая вот погода не очень, друзья. Прям, ну, совсем не очень. Вот видите, здесь хоп, и красный, а мы едем на красный. И нам автомобиль говорит, что он... не отвечает за наше. Вот он поступил так, как я поступаю. А сегодня воскресенье. Никто не работает. И мы в том числе. Вот смотрите, какая дорога. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так вот мы поедем сейчас. Но дождь, поэтому вы плохо видите. Вот видите, камень какой большой, а на камне выросли деревья. Иногда можно видеть, что большие, ну как деревья их спилили, но спилили высоко, где-то метр. Он меня дразнит. Меня дразнит. Так, спилили высоко. Почему они это делают? Сейчас я вам объясню. Потому что ствол дерева, он держит вот эту всю массу из камня, из земли. Вот оно, ромашковое поле. И коровы какие бодатые. То есть у них большие рога, такие разветвленные. Держат
почву от разрушения не дают. Ну и а почему спиливают? Чтобы дерево под своей нагрузкой не упало и не разрушило ничего. Поэтому оставляют высокие пеньки. Ой, друзья, ну уже ничего не видно, поэтому я... Такая вот коротенькая зарисовочка будет, 6 минут. Я с вами прощаюсь. Сергей, в машине будем сидеть, если так он говорит, если едут машины, значит, это хороший знак. А дорога открыта. Ну, мало ли чего, так могут забыть, что дорога закрыта. С той стороны не забыли, а с этой стороны могут закрыть. Вернее, забыть. Господи. Закрыть, забыть. И сейчас поедем поверху. Здесь развернемся, и все то же самое, то же самое. Амари, коза фануква. Пикетты. Пикетты. Форель. Колышки. Реченсио. Колышки для забора они делают, и дрова. Вот что дерево, которое было под руками, они раз его и израсходовали на такие вещи. И, кстати, люди покупают это. Вот у Марка то же самое на фабрике делают. И люди, которые попроще. Окей, Марка мне тут уже рот закрывает. Да. И мне, посмотрите, он мне бьет кулаком. И улыбается, сидит. Амори, гвардяме. Гвардя. Я еду в концентрацию. Желаю вам здоровья, удачи, долгих лет жизни. Вот мы с Кантон Берна по такой горной дороге, видите. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Что я могу еще вам пожелать? Всех благ!